Друзья, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на возрождение сегодня. Наступает мое любимое время в году, время осенних еврейских праздников. Приближается Роша Шана или праздник труп. И сегодня мы поговорим о его значении. У меня в гостях Ашер Трейдер. Спасибо за то, что пришли к нам. Мы хотим поговорить о значении осенних праздников. Что они означают для нас с вами? Для верующих в разных странах мира и для верующих в Израиле. Но перед этим я хотел бы, чтобы вы лайкнули и поделились этим видео с кем-то еще. Уверен, что у вас есть друзья, которым будет интересно узнать об осенних праздниках, о том, какое отношение к ним имеет Иешуа, и как они связаны с последними временами. Обо всем этом мы и поговорим сегодня здесь, в нашей программе. И мы рады, Ашер, что вы присоединились сегодня к нам. Итак, я рад снова быть с вами. Пришло время осенних праздников. Недавно прошла Рошашана. Давайте с нее и начнем. Рошашана — это Новый год. Одни говорят, что это Новый год, другие говорят, что это придумали раввины. Внесите ясность и расскажите нам, что же такое Рошашана. Можно собрать несколько стихов и сделать из этого праздника начало года. Не думаю, что нужно это делать. Во многих культурах это начало осени, начало учебного года. А для Израиля это веселое время, когда семья собирается вместе. И в каком-то смысле это начало года, но в соответствии с библейским календарем это не начало года. Совсем не так. Если говорить с точки зрения еврейской культуры, то это Рошашана. А если с точки зрения библейского символизма, то это праздник труп. Я бы советовал вам не путать одно понятие с другим. Надеюсь, я донес до вас определение этого праздника. Ясно? Когда же наступает библейский Новый год? Конечно же, библейский Новый год начинается с Пасхи. Тут очень много символизма. От праздника Пасхи до праздника Кущей. Всего семь месяцев. Я верю, что эти семь месяцев — это эквивалент семитысячелетней истории человечества и семи дней сотворения также. Но мы также понимаем, что весенние праздники символизируют в свою очередь начало Божьего плана, а осенние праздники конец его плана, ну как-то так. Если вы меня поняли, давайте больше поговорим об этом. Мы знаем, что первый приход Иисуса, его смерть и воскресение произошли во время весенних еврейских праздников. А далее, если следовать логике, да, в библейском символизме столько тонкостей, но я попытаюсь объяснить попроще. Мы знаем, что Мессия придет дважды и в двух разных ролях. Вначале, чтобы пострадать, а потом, чтобы завоевать. Вначале прощать, а потом судить. Также есть два набора библейских праздников. Изначально они были только еврейскими, потому что первыми их получили евреи. Но давайте не забывать, что они не просто еврейские, а библейские. Есть две группы библейских праздников весенние и осенние. Так получилось, что когда Иешуа пришел в первый раз, Такие великие события, как его распятие, воскресение и излияние Святого Духа, произошли прямо во время весенних праздников. А также тогда исполнилось значение этих праздников. Следовательно, несложно предположить, что осенние праздники тоже как-то связаны с временем и событиями Второго пришествия. У нас нет времени на все детали, но примите во внимание, что осенние праздники имеют историческое значение для Израиля, а также современное значение для нашего хождения с Господом. Но они также имеют и будущее значение, связанное с возвращением нашего Господа. Это красота, из-за которой хочется прочесть всю Библию. Мы верим в чтение всей Библии от закона до Евангелии. Недавно мы отмечали Рошашану, или, как мы говорим, праздник труб, и сказано «в этот день дуть в трубы», но не сказано «зачем». А как вы думаете, какая здесь есть связь? Мы читаем послание, потому что так разворачивается вся идея. Если вы прочтете только книгу Левит, то там сказано только ⁇ дуйте в трубы ⁇ но затем эта идея начинает развиваться. В трубы дуют для начала войны, для коронации царя, а затем в Новом Завете вы видите, как Иешуа представлен как мессианский царь, а потом в книге Откровения, и вы вдруг видите семь труб Откровения. Итак, начинается все с торы. Вам сказано, что делать с трубами. Затем значение этого символа развивается до тех пор, пока вы не приходите к полному откровению. В книге ⁇ Откровение ⁇ вы скажете, ⁇ А как Рошашана связана с христианским последним временем? ⁇ Это не Роша Шана, а праздник труб. А в последнее время трубы будут играть очень важную роль. Большая часть книги Откровения говорит о семи трубах, но мы не хотим отрываться и от Ветхого Завета. Там же мы можем понять значение этих труб. Трубы появились не в книге Откровения. Этот символизм возник давным-давно в Торе, на горе Синай. Тема трубы начинается еще с первых книг Библии и развивается до самой книги Откровения. Первый намек на символизм мы видим в книге Бытия, который тянется через всю Библию и раскрывает свое полное значение в книге Откровения. То есть, опять же, мы говорим об образах и о прототипе, о сути вещей, которые были явлены когда-то в старые древние времена и сейчас явились в Новом Завете. Как интересно. Давайте перейдем к Йом-Кипуру или ко Дню Искупления. Для нас он наступит в следующую среду. А, кстати, в этот день мы не будем в эфире. Мы решили сделать выходной, потому что в Йом-Кипур — это самый святой день года для евреев, мы молимся. Мы будем молиться, поститься и общаться. Расскажите об этом празднике. Много лет назад вы с группой людей решили, что каждый год мы будем отделять время на йом -Кипур и проводить его с другими общинами. А в Библии мы видим, что это очень важный день. Это единственный день в году, когда первосвященник входил во святое святых. Это очень важный день, но мы не совсем понимаем его. И мы решили немного разобраться в нем. Мы знаем, что первосвященник приносил кровь во святое святых. Мы знаем, что кровь миссии была представлена Богу, чтобы мы получили искупление. Это самое главное. Но у этого дня еще много значений. И мы хотим их понять. Мы соблюдаем этот день. Мы не повинуемся символизму, а участвуем в нем, чтобы понимать его значение и исполнять его духовную цель. И вот через две тысячи лет после прихода Иешуа еврейские верующие собираются вместе. Мы верим в Иешуа и соблюдаем заповеди. Так почему бы нам не собраться вместе? В этот самый святой день года собираются верующие со всей Иудеи и Самарии. Они вместе молятся и постятся, изучают Писание, прославляют. Видеть исполнение всего этого так прекрасно. Мы разбираем этот праздник, а разбирать есть что. Хорошо, мы будем поститься. Писание говорит, чтобы вы исповедовали свою душу. А как насчет христиан, которые живут в Северной Америке или Азии? Как это связано с ними? Зачем кому-то за пределами обращать внимание на эти праздники? Во всем должен быть баланс. В моих книгах я часто упоминаю лестницу закона и благодати. У нее пять ступеней. Наивысшая ступень ⁇ это закон благодати. Духа и истины. Вы верите в Иешуа, принимаете Святой Дух. Вторая ступень — это абсолютный моральный закон. Не убей, не укради. Если вы верите в Иешуа, это не значит, что об этом можно забыть. Третья ступень — это естественный закон, не причиняя себе вред, не делай того, что плохо. А четвертая ступень имеет символическое значение. Она называется закон, но это не моральный, а скорее символический закон. Следующий уровень ⁇ это равинские традиции и культурные еврейские традиции. Мы их тоже называем законами, но они не такие, как библейские законы. И когда мы говорим о праздниках, то они относятся к этому уровню. Я говорю не о том символизме, которого нет в Библии, а о библейском символизме. Символ это не мораль, но мы смотрим на символ, чтобы понять, на что он указывает. Каждый символический объект имеет свое значение. И мы хотим понять его значение. Поскольку эти праздники были даны еврейскому народу, то верующие из других стран не обязаны исполнять символизм. Исполнять не обязательно. Но если это есть в Библии, мы должны размышлять над этим. Нет никаких требований к соблюдению этого символизма. Но требуется читать и изучать Библию, размышлять и молиться. Все должны молиться, и размышлять над тем, в чем же состоит символизм этого дня. Мы ведь верующие. Если вы будете это делать, то значение будет открываться вам постепенно. Ясно? Я понял это несколько лет назад, как только переехал в Израиль. Я стал больше узнавать о еврейских и библейских праздниках. И в голове у меня был образ большого корабля в океане. Это тело Мессии по всему миру. И он очень медленно поворачивается. Машина или мотоцикл мог бы повернуться очень быстро, но этот корабль поворачивается медленно. И я понял, что мы, как тело Христа, начинаем понемногу поворачиваться и возвращаться ко всему этому. Вот, например, в Захарии, 14 главе, говорится, что в тысячелетнем царстве после возвращения Мессии праздник все еще будет праздноваться. То есть, какие-то праздники все еще будут отмечаться в будущем, хотя будет новое время, новое небо, новая земля. С ними еще не покончено. А как вы думаете, возможно, чтобы мы со временем вернулись к ним полностью, к этим библейским праздникам, если смотреть на любое восстановление, то у него всегда есть три периода. Период, в котором мы сейчас, период, когда придет Мессия, это второй период, Мессия придет и установит свое царство на одну тысячу лет. Затем будет период примирения неба и земли, и все эти праздники по-разному применимы каждому из этих периодов. В нынешний период мы, водим и Духом Святым, нам нужно размышлять и молиться. И Дух Святой помогает нам в этом. Но мы приближаемся к моменту, когда вернется Иешуа. Когда Иешуа вернется, станут важными некоторые географические места и время, которые сейчас не так важны. Но когда Иешуа вернется, то он вернется в определенный момент и в определенное место. Если, когда он придет, здесь будет единство, то должно быть какое-то соответствие календаря, географии и событий. То есть в его царстве будут гармония календарных событий и географических мест. Это видно в Захарии, 14 главе, когда все народы соберутся в Израиле в день кущей, чтобы праздновать вместе. Не нужно быть догматичными в этом, но нужно иметь хоть какое-то представление об этом. Ведь очень скоро на земле будет Царство Божие. Сейчас здесь только эклисия, то есть верующие, собрание, некоторая часть. То есть эти люди, верующие, Божьи посланники, собираются в определенных местах. Но ведь еще не настало Царство Небесное, чтобы оно распространилось по всей земле. Но придет Иешуа, и здесь будет правительство, общество и сотрудничество с людьми по всему миру. И тогда праздники будут иметь более практичное значение. Не нужно зацикливаться на том, как именно это будет. Но когда Иешуа вернется, будет гораздо больше взаимодействия. Будет единение, единомыслие. Без этого мы не продвинемся дальше. Спасибо за объяснение. А как вы думаете, что именно Дух Святой делает в этот период? Друзья, а вас я прошу поделиться этим видео. Я знаю, что у вас есть друзья и родные, которым было бы интересно услышать то, о чем мы сегодня говорили. А еще я хотел бы напомнить вам, что Ашер пишет книги, из которых вы можете больше узнать об этой теме. Вы можете найти их на нашем веб-сайте. Там много других прекрасных материалов. Если эти темы интересны вам, то вы можете изучить их еще глубже. Поэтому заходите на наш сайт и заказывайте книги. Там же вы можете найти много статей и блогов. А еще вы найдете наше видео на YouTube. Мы хотим оснастить вас всеми необходимыми инструментами, которые укрепят и ободрят вас. Все они бесплатные, поэтому пользуйтесь на здоровье. Мы рады предоставить вам все эти книги. Ну а теперь Ашер. Расскажите, на чем, по вашему мнению, Дух Святой делает акцент в это время? Я думаю, что мы двигаемся вперед в плане Божьем. Мы двигаемся к тому времени, когда женщины готовятся к родам. Вначале ей немного больно, но чем ближе к родам, Боль становится все сильнее. И с каждым годом мы становимся все ближе, и напряжение возрастает. Мы чувствуем это. В этом году американское посольство переехало в Иерусалим, а также все события во время войн в Ираке, Сирии. Напряжение в мире растет все больше. А Израиль занимает все более центральное место в политике, бизнесе, и даже технологиях. Все это потому, что Бог пытается привлечь наше внимание. Интересная мысль о празднике Йом-Кипур. Я озвучу вам ее. Я знаю, что в календаре священников это самый важный день. А для пророков самый важный день — это великий и ужасный день Господень. Я понял, что самый важный день для пророков — это и самый важный день для священников. Он начинается со священников, а потом этот символизм переходит к пророкам в виде великого и ужасного дня прихода Господа. А в Новом Завете открывается его истинное значение и мы приближаемся к тому моменту, когда мы все ощутим это, это влияние. Аминь. Ашер, еще раз спасибо вам. Такое ощущение, будто бы я сидел у ваших ног. Я очень ценю это время. Спасибо за то, что смотрели нас. Не забудьте оставить свой комментарий. Поделитесь с нами своими мыслями и расскажите, что вы узнали. Мы всегда рады вашим отзывам. Еще раз напоминаю, что на следующей неделе Йом-Кипур и эфира не будет, потому что праздник будет в среду, в день нашего эфира. Мы позже сообщим вам, что мы будем делать. Еще раз огромное спасибо и до скорой встречи в эфире.